Здрасте, меня зовут Соня Кочерышкина, мне 14 лет. Долгое время я жила в детдоме, но потом меня забрала мать. И я хулиганка, дерзкая, и обожаю хулиганить. И вообще была задирой в детском доме. Однажды я взломала банкомат. Наспор, конечно. И, конечно, выиграла. Также я очень люблю придумывать прозвища людям. Однажды я назвала старика Пенем, он очень обиделся. Это было так смешно. Для меня это очень весело. И вообще я такая обзывалка, очень люблю обзываться. И даже иногда дралась. Однажды подралась с мальчиком. Ну, в общем, вот я такая. Спасибо за внимание.